без Джиньона. Толя Прибитуля. Ну... Всем привет! Сегодня мы такие, ну, пободрее, что ли. У нас сегодня релиз кого? XID. Йоу. Шикарные девочки. Короче, я думаю, что женщины. Женщины. Будем честны, это женщины. Это великолепные, вот... шикарные девочки. Extraordinary women. Woman. Нам полюбас понравится. Мы в этом уверены. Да. Все прям хорошо. Мы смотрели тизеры и уже понравилось. Да, мы видели так, ну, буквально вскользь. Uh-huh. Вот. И обложка сама уже чего стоит. Ой, ну давай, поехали. Okay. Fire. Поехали. X. Блин, ну вообще. Идут развивать. Блин, Хани просто... Естественно. Ого. Вау. У них подтанчик? Ничего себе. Замах-то. Так, тут клетки. У них у каждой индивидуальная клетка. Блин, классно. Блин, Элли просто вот конфета. Вот это женщина, я понимаю. Вообще. Они... Сэджи? А, нет. Ты, господи, зоечка. У нее же имя Хирин вроде бы. Блин, конфеточка, не могу. А они... Вот, блин, да. Опа-на! Ого! Прям, блин, он аж застопорился, умоляю. Он, да, он... Он не выдержал красоты. Не, ну это вообще, это... Прям, да, прям хорошо. Они... У малышки еще партии не было. А вот вышла. Она такая... Ты уверена, что ты малышка, ты про нее говоришь? Она перестала быть малышкой, все. Где ты там малышку увидел? Слушай, ну сколько их не было, заслуженно прям вообще. Королева вернулась. Так, а сейчас рэп Хани, да? Ё-моё! Это что было? Ну, возьми ответственность, да? Чурхва, пожалуйста. Ну, королева вернулась, что сказать? Я сейчас зарыдаю. Вот она такая вот очень утонченная сама по себе. Сыджи, господи, королева, я не могу. Кстати, ты заметила, что Хани не так много? Она сейчас у вас появится на припеве. 100%. Ну, конечно, да. Королева в центре. Блин. Офигеть. Хорошо. Content not for... Ребята, напряжение. Горячее напряжение. Да. Блин, офигеть. Это вообще, это... Уничтожили, просто уничтожили. Вот эти вот всякие... Это... Ёлы-палы. Вау. А, ну, ставим, получается. У меня нет слов. Я скучала по ним. Вообще дико. У них же были всякие вот эти, вы знаешь, ну, очень такие вот вкусненькие. Вот Лайчу у них там стоит, да, вот этот вот розовый, который вроде как, типа, может быть безобидный, но нет. И там вот эта вот их подкорочка была такая вот с перчиком. Но вот это... Это что за...
Короче, нас только что облили соусом табаско и заставили просто вот гореть. Именно. Взорвали. Серьезно, блин, это вообще... Это... А не просто так там огонь в конце. Не просто так. Мне нравится то, что Ханя такая, типа, fire. Блин, да когда там больше всех фаер разжигает, еще вдобавок. Вообще. Убили. Там, я, к сожалению, не знаю девочек по именам. А девочка, которая блондинка, ее костюм. Или вообще. Красный. Это что такое? Это у нее какой-то такой элемент одежды на боди похож. Да, что да, ли? Да, да, да. Да, был. Красный цвет, вот прям вот прям все как надо. Потом кожа. Вот эти вот штучки, типа там вот зепушка и все такое. Просто вот забирай. Берите ответственность, пожалуйста, потому что это невыносимо. Это что такое было? Берите ответственность за весь фандом убитый. Три года назад. Три года их не было. Спустя 3 года королевы решили вернуться, разорвать все, всех. Ботанчиком. С такой темой. Шикарнейшие песни, просто с обалденным вайбом. Шедевр, что сказать. Я прям уже чувствую, как мы пылаем изнутри. А по-другому никак, ребята. Вот, и что мне нравится, они выделили всех. Да. Чунхва просто вымахала, это офигеть. Вот. Малышка, которая... Малышка стала уже не малышкой, вот уже мы просекли. Вот эта фишка, то, что Макнерей сейчас делают просто вот я не понимаю кем. Макне на самом деле, они не Макне. Фильм да. Красотка. Элли, богиня. Ханни, убийца. Вообще отдельная тема. Суджи, да. Господи, наша хорошая. Маленькая. Наша мама. Мы заслуживаем. Короче, все. Поддерживаем, смотрим, наслаждаемся, обязательно смотрим. Голосуем за них обязательно, за такую песню грех не голосовать на всяких шоу и тому подобное. Вот именно, да. Поэтому пусть у них прям будет все четенько, вот да. Я прям очень молюсь. Хорошо. Ковбойская тематика прям четенько подошла, так что, наверное, вот, ну, попадание было 100 из 100. Да, ну все, давайте мы с вами прощаемся, будем ждать что-нибудь следующее интересное. Надеюсь, да. Будет так же горячо. Тык, пока!